Сегодня краснодарцы стали свидетелями грандиозного события. В краевую столицу доставили главный баскетбольный трофей планеты – Кубок Ларри О'Брайена. Он ежегодно вручается команде-победителю серии финальных игр сезона НБА. Привез кубок Тимофей Мозгов – российский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА Лос-Анджелес Лейкерс. Свою карьеру начинал он именно в нашем городе. Первые его тренировки были на стадионе «Труд». Начнем с того, что Тимофей Мозгов впервые стал чемпионом НБА. Это первый российский игрок. И он привез этот кубок. И благодаря ему мы можем сегодня присутствовать на таком празднике баскетбола. Фанаты и болельщики сфотографировались на память с кубком и его обладателем, а также получили автограф спортсмена. Отмечу, что трофей изготовлен из серебра 925-й пробы и позолочен 24-каратным золотом. Помимо кубанской столицы, кубок Ларри О'Брайена увидят в Москве и Химках.